Да, песня. Мне часто, часто просят в Израиле, напишите еврейскую песню. Не только в Израиле надо отдать должное, да? Это бывает и в Германии, и в Австралии, и, так сказать, и во многих странах мира. И в России тоже. Напишите еврейскую песню, у вас должно получиться. Ну, понимаете, все-таки человек с именем Тимур Султанович, да, ну какая еврейская песня у меня? У меня есть израильские песни, две, которые в Израиле очень любят и всегда заказывают. Это письмо израильскому другу и Хамсину, да? А тут меня просят не израильскую, а именно еврейскую песню. Я говорю, ребята, я не еврей. Ну, не могу я, ну, Тимур Султанович, какой я еврей. Максимум, что я могу написать песню Гоя, говорю ей. И вот действительно я написал песню Гоя, посвятил ее своим друзьям, которые во многих, так сказать, странах мира. Я заметил такую закономерность, там, где большая еврейская эмиграция, в тех странах, да, там большие концерты у нас получаются, понимаете?